прошлом видео я показал дневник ученика 6 класса Севастопольской школы, и это видео вызвало массу вопросов. Отвечаю на некоторые из них. Да, это дневник выдали в школе бесплатно, в Севастопольской школе. Вот, Севастопольская школа, дневник 6 класса ученика. Почему много вопросов? Потому что я показал, какие иллюстрации здесь используются. Ну вот, например, иллюстрация обороны Севастополя. Видите, если не обращать внимания на контекст, то здесь что мы видим? Человек с гранатой, еще с гранатой. Вот человека, видимо, ранили. Вот человек, который уже что-то получил. Ну, то есть, явная сцена насилия. То есть, если не... Но если мы почитаем здесь, то это, значит, защитник Севастополя защищает свой город, убивая врагов. И таких иллюстраций здесь много в этом дневнике. Вот, например, защитники Брестской крепости. Если не знать и если не читать, то ребенок смотрит картинку и видит, как гора трупов, мужчины, которые явно ожесточены, защищаются или обороняются. Вот. С таким же успехом здесь можно изобразить какую-нибудь женщину с ножом в руках, с которого стекают капельки крови, и рядом расчлененное животное. А в контексте написать: «Мама, любимая мама варит суп». Понимаете, о чем я говорю? Вот с таким же успехом. 90% людей одобряют такие иллюстрации. И что самое интересное, что гневные комментарии пишут люди, которые поддерживают вот такие иллюстрации в детском дневнике. Это интересное замечание, конечно.